обратились, есть проблема. Мы посчитали, что можем, мы ее не в состоянии сами решить. У нас нет депутатов Государственной Думы. Значит, но каким-то образом эту проблему донести можно. Каким образом? То есть публичная акция, раз. Значит, второй, сбор подписей, два, которые там подписи, если соберем достаточное количество, как мы посчитаем, мы их направим по адресатам. Кто считает, что действительно работающих пенсионеров обидели несправедливо, с ними поступили, да, и кто считает, что вот, их нужно в этой части поддержать. Таких в Алтайском крае около 200 тысяч, это как бы, это немало.